Всем привет! Сегодняшнее видео у нас с вами будет такое полувлог, полуобъявление. Короче говоря, больше объявления, потому что есть о чем вам рассказать, есть разные классные новости, поэтому если вам интересно их послушать, то, конечно же, продолжайте смотреть. Первая новость, это самая, наверное, такая потрясающая, которая больше всего меня радует, касается косметики, кистей Sigma и, в общем-то, всего, что продается на сайте Sigma. Теперь, если вы покупаете через Simplum, оформляете любые заказы с сайта Simplum, вы получаете огроменную скидку, угадайте сколько? 35%, целых 35% скидки на любые ваши заказы Sigma. И если вы заказываете больше, чем на $150, вы еще и получаете бесплатную доставку, куда бы то ни было. Россия, Белоруссия, Украина, неважно, куда вы заказываете, вы получаете бесплатную доставку. Если же вы заказываете на меньшую сумму, то доставка будет через Украину, в общем-то, тоже очень-очень-очень выгодно. Короче говоря, 35% скидки – это огромное. Скидка, насколько я знаю, в Украине вообще ни у кого такой скидки нет, чтобы предлагать, и по странам СНГ, по-моему, тоже буквально единицы такую скидку могут вам предложить, поэтому если вы собирались покупать кисти, если вы собираетесь идти в школу на обучение визажу или визаж для себя, если вам нужны кисти, короче говоря, то очень рекомендую обратить внимание на Sigma, потому что цены действительно получаются очень привлекательными. У меня кистей Sigma очень много, я не знаю, наверное, уже лет 5-6, нет, какие 6, больше, 7, наверное, уже лет некоторыми кистями я пользуюсь, и до сих пор они в отличном состоянии, отлично себя показывают. В общем-то, если нужны кисти, знаете теперь, куда обращаться. Вторая новость заключается в том, что у меня, если вы еще не знаете, есть второй канал Beauty Benefits Pro. На этом канале находится мой онлайн-курс по визажу, и также на этом канале будут выходить более такие, как бы, мои профессиональные работы, то есть какие-то клипы с, возможно, какие-то фотосессии, на которых я участвовала, какие-то макияжи, которые я выполняю специально для этого канала на моделях, какие-то будут там мастер-классы, какие-то советы. В общем-то, если вам это интересно, то тоже я ссылку оставлю внизу, вы можете на этот канал подписаться и следить, скажем так, за моим профессиональным творчеством. Также на этом канале доступно 2 первых видео из онлайн-курса по визажу. Если вы хотите получить доступ ко всем 12 видео, то опять-таки этот доступ можно приобрести на сайте Simplum. Я оставлю ссылку внизу. Все очень бюджетно, цена бюджетная, каждый себе может это позволить. И пройти с моей помощью онлайн-курс, структурированный, такой вот очень узконаправленный, такой, который сразу все расставляет на свои места. И вскоре, я думаю, где-то к середине июля, я тоже сделаю первую онлайн-трансляцию, первую прямую трансляцию на этом канале с ответами на ваши вопросы после просмотра моих видео, что вам непонятно, что, может быть, вам объяснить, какие там нюансы, с какими нюансами вы столкнулись и так далее и тому подобное. В общем-то, в середине июля, скорее всего, будет первая прямая трансляция. Если вам это тоже интересно, не забудьте подписаться на канал Beauty Benefits Pro. И теперь последняя новость, которая самая такая масштабная, наверное, в этом видео будет, это то, что я сегодня устраиваю распродажу косметики. Косметика вся новая, и когда-то я ее покупала либо для себя, либо для клиентов, и как-то так сложилось, в общем-то, что сейчас она, грубо говоря, у меня лежит, мне она не нужна, клиентам, которые ее заказывали, тоже у них там, возможно, какие-то обстоятельства менялись, и они просили, чтобы я попробовала перепродать эту косметику. В общем-то, сейчас давайте посмотрим, что же, собственно, у меня на продаже. Вот сейчас перед своими глазами вы видите абсолютно все, что сейчас продается. Цены, сразу предупреждаю, будут очень выгодными. Будут либо такими, как закупочные цены, либо даже ниже, для того, чтобы просто выручить назад деньги за эту косметику. Так как я посмотрела, ее уже накопилось у меня очень-очень много. И, конечно, если вы планировали что-то из этого покупать, то я вам очень советую это сделать, потому что цены
будут очень привлекательными. Если говорить о конкретных ценах на каждый из этих продуктов, я здесь не буду в видео об этом рассказывать. Я под видео оставлю ссылку на блог, и там будет фото всех этих продуктов, и там будет написано, на какой продукт какая цена. Что касается доставки, доставить я могу куда угодно. Если по Украине вам нужно будет заплатить только за доставку новой почтой, если в другие страны, не в Украину, то доставка любого количества вот этой вот продукции будет стоить $10. В общем-то, давайте начнем о каждом продукте по отдельности. Первое — это вот такая вот палетка для контурирования. Это китайская палетка, то есть никакой там не бренд. Очень бюджетная цена. Здесь есть два корректора. Один более такой бронзер, а второй корректор. Два оттенка румян здесь. И также светлые пудры и хайлайтеры. Рядом с ней есть палетка румян, это тоже китайская палетка, тоже очень бюджетная для новичков, для начинающих визажистов, для, возможно, каких-то экспериментов, какой оттенок вам идет. Вот она вам очень подойдет, потому что здесь много цветов и сразу все есть в одном и за небольшие деньги. Вот это идет набором, это набор от Zoeva, который называется Story Palettes. В него входит 4 палетки. Первая вот такая Retro Future, насколько я помню, она называется, Rodeo Bell, потом Naturally Yours и Love is a Story. Вот такие вот 4 палетки, они идут комплектом, и я их буду продавать по себестоимости, то есть без учета даже доставки вы их сможете себе приобрести. Дальше, что касается теней, еще есть вот такая вот палетка от Wet n Wild, которая называется Pride. Есть еще вот такие вот тени, это тени Alice Fuzz, а оттенок у них E105. Это вот такой вот оттенок коричневого, который очень напоминает вот все макияжи Милы Кунис. Если вам нужен продукт, который может повторить фирменный макияж Милы Кунис, такой вот коричневый смоки-ай, то вот без такого продукта вам, конечно, не обойтись. Здесь также еще есть вот такой вот крем. Это детский увлажняющий крем, тоже очень бюджетный. И эта марка Avino очень-очень такая популярная в плане того, что бюджетная цена, но очень хорошее качество. Дальше давайте перейдем тут к тональным основам, их у меня тоже накопилось довольно много. Первое — это BB-крем от Миша, который называется Мат. Ну, матовая серия, в общем-то, BB-крема. 50 мл его здесь, вот такой вот BB-крем. Дальше тоже Revlon Photoready. Тональная основа, это темная основа, 10 оттенок, карамель. Для визажистов будет популярна для смешивания. И еще тоже тональная основа от Urban Decay Naked Skin. Это цвет загарный, вот такой вот очень хороший загарный оттенок. Он не темный, он где-то такой вот, как вы видели на мне. Вот приблизительно вот такой тон сейчас на мне. То есть такой летний, хороший загарный оттеночек, красивый, не рыжий. Еще одна есть у меня тоже тон для смешивания, это от Elf. Называется Flawless Finish Foundation. Тоже очень темный цвет, кока. Оттенок называется, очень темный цвет для смешивания. Sleek CC крем в оттенке Light. Очень хороший CC крем, хорошо подстраивается под тон кожи, бюджетный, в общем-то, очень-очень неплохой продуккт. Потом Revlon Color Stay, это для комбинированной жирной кожи, оттенок 220 Natural Beige. Как видите, вот если их сопоставить рядом, этот посветлее. То есть, если вот это такой натуральный загарный летний оттенок, то вот это будет такой вот типичный оттенок, скажем так, среднестатистической славянской девушки. Это что касается тональных основ. Давайте еще вот здесь в уголке пройдемся по косметике. Вот это набор таких пробничков, тоже очень-очень бюджетный, для того, чтобы попробовать тушь They Are Real от Benefit и хайлайтер WhatsApp. Хотя оно очень такое маленькое по размеру, но вы посмотрите, хайлайтера здесь очень много. Так как хайлайтера нужно буквально совсем чуточку, то вам реально вот такой вот упаковки хватит на очень-очень долго. Туши, ну так, чтобы не соврать, я думаю, на месяц вам ее будет достаточно. Для тех, кто экономно пользуется и обычные туши там служат чуть ли не по полгода, то на больше, на 2 месяца, может, вам ее хватит. Дальше тут продукты для губ.
Первое – это такая помада в карандаше от Revlon, которая называется Just Beaten Kissable Balm Stain. Она вот в таком вот натуральном, оранжевом, ярком, кислотном оттенке. На лето, опять-таки, под загар будет супер. Еще есть два вот таких вот, две помадки такие от Sleek, которые называются Pout Paint. Вот этот оттенок самый натуральный, классический красный. На камере он сейчас может выглядеть немножко так в ржинку уходить, но это типичный красный оттенок, вот классический. Называется цвет пинап, если я не ошибаюсь. Да, пинап. И есть еще вот такой вот цвет, более красно-фуксии, такой оттенок. Это называется он порт. Вот, вот такие вот два продукта. Потом стойкая помада от MAC, Pro Longwear Lip Color, которая с одной стороны цвет, а с другой стороны бальзам. И это тоже типичный такой вот классический красный оттенок. Они очень между собой похожи. Только вот это вот такой бюджетный вариант, а это уже такой профессиональный вариант. На камере, опять-таки, я смотрю, они сейчас так немножко как будто в оранжевый уходят. Но вот поверьте моим словам, вот они натуральный, вот такой натуральный классический красный цвет. Так, дальше здесь у меня есть еще помада от Too Faced, которая называется Melted. Это матовая помада, тоже очень классная, очень качественная такая серия у Too Faced. И оттенок называется Melted Melon. Тоже с вот этим они похожи, только вот этот, знаете, такой более ноский оранжевый цвет. Этот более такой вырви глаз оранжевый, а этот такой вот более ноский, такой приемлемый цвет. Дальше тоже у меня здесь гель для бровей от MAC, который называется Brow Set, прозрачный. Набор здесь у меня тоже от Real Techniques, который называется Core Collection. Тут 4 кисти в него входит. Дальше тоже набор еще от Lorac. Это жидкая слюда, жидкие тени, жидкие блестки. Короче, как их кто называет. Называется Rockin' Red Hot. У меня есть точно такой же набор. И вот я вам специально достала, чтобы вы посмотрели. Вот этот продукт конкретно, вот золотой, в золотом оттенке, просто обожаю, потому что если нужно именно натуральное золото на глазах, то вот без таких вот жидких теней не справиться ни одними сухими тенями. Очень крутой, дорогой вид делает. Для визажистов просто незаменимо. Здесь очень крутой вот этот золотой цвет. И очень крутой тоже вот этот вот белоснежный, белый такой холодный цвет. И вот эти вот два, стальной и такой более какой-то немножко бордово-грязный, тоже очень крутые, но вот эти вот по бокам просто бешеные вообще. Тоже еще здесь у меня есть спрей для тела от Bath & Body Works. Это Cherry Blossom. Cherry Blossom, сейчас я понюхаю, как он приблизительно пахнет. Очень такой вот сладенький цветочный аромат, вот я бы сказала, такой вот запах сакуры, наверное, вот так вот бы я его обозвала. И есть здесь еще Apricot Vanilla, который называется, сейчас тоже понюхаю. Очень явно в нем слышно ванильный запах и немножко более такой даже вот подслащённый, ну вот как и название говорит, Apricot Vanilla, так вот он в принципе такой вот запах есть, очень сладкий. Если вам нравятся сладкие такие фруктовые запахи, то этот спрей для тела вам понравится. Это спрей для тела, для тех, кто не знает, у Bath & Body Works, это очень такой очень-очень бюджетный парфюм. Держится буквально, наверное, где-то около часа, потом нужно сбрызгивать еще раз, потому что он выветривается. И последнее, что хочу вам сегодня показать, это уже такая зона тут хайлайтеров, наверное, так бы я сказала. Первый от NARS, иллюминатор в оттенке оргазм. Его можно использовать отдельно, как самостоятельный продукт в качестве хайлайтера. И можно его добавлять также в любые тональные основы, разводить их, и они будут более сияющими от этого. Также есть еще Refill от MAC. Это хайлайтер Cream Color Base в оттенке, если не ошибаюсь, Shell. Да, это оттенок Shell. Refill, не полноценная версия с коробочкой, скажем так, а именно в форме Refill он идет. И последнее, это слюда от Too Faced, которая называется Glamour Dust и оттенок Nude Beam.
Как видите, оно запаковано. Здесь вот немножко буквально в крышечке есть. Это такой вот именно нюдовый шиммер. Очень мелкий, мелкодисперсный. Очень красиво выглядит в каких-то праздничных макияжах. В общем-то, да, вот это вот все, что касается того, что сейчас продается. Если вдруг вы зашли на блог и чего-то из этого вы уже не увидели, не увидели фотографию этого продукта, не увидели цену на него, значит, скорее всего, этот продукт уже продан. Так как это видео довольно длительное время будет на YouTube, возможно, в этой статье на блоге будут появляться какие-то другие продукты, о которых я вам здесь не рассказывала. Это значит, что за время, пока это видео вышло, уже появились какие-то новые продукты, и тоже они сейчас вот на продаже и доступны. В общем-то, переходите обязательно по ссылке на мой блог, там все актуальные цены будут, все актуальные продукты, которые сейчас доступны. Если вам что-то интересно, пишите мне или сюда, или личные сообщения ВКонтакте, в Фейсбуке. В общем-то, я везде отвечаю, поэтому если что-то заинтересовало, буду ждать ваших заказов. А на этом буду заканчивать. Спасибо за ваше внимание и до встречи в новых видео. Пока!